Здравствуйте, это программа «Вопросы-ответы», и я, Олеся Курзун, сегодня исследователь программы. Я в детском саду. Почему? А вот почему. Здравствуйте, меня зовут Мика, я из Армении. Сейчас живу в Пекине. У меня двое детей, две девочки, поэтому интересует вопрос о китайском начальном образовании. Расскажите мне немножко об образовании. Спасибо большое. Мика, отличный вопрос, спасибо большое вам за него, потому что мне также это интересно, а мой сын тоже совсем скоро пойдет в детский сад, поэтому давайте познакомимся с китайским детским садом. Пойдемте. А как выглядит дошкольное образование в Китае? В китайском детском саду группы разделены, как у нас, по интересам. Вот это, обратите внимание, будущий бармен. Здесь вот это конструктор. Вот этот малыш, будущий машиностроитель, и, скорее всего, это будущий китайский луноход нового поколения. Здесь как игровая зона, ребята играют в шахматы, китайские шашки и развивающие игры. Здесь рисуют, какая прекрасная ваза, рисуют, клеят, вырезают. Здесь, судя по всему, строители, какой город построили, обратите внимание, деревья, дома. Ох, какая хорошая развитая инфраструктура. Ну а это будущее китайского кинематографа. Здесь детская театральная студия. Та-дя-хао! В детском саду ребятишки не только играют, но и, конечно же, учатся. И в этом классе они получают основы естествознаний. Сессия. А вот и мой чудо-мобиль. Хадзимен, хао бу хао чжи? Ох, как слажено, да, действительно, говорят, что вкусно, и я сама вижу, что очень вкусная пища. Обратите внимание, как мастерски они орудуют палочками. Сегодня у малышей на обед рис, овощи, мясо и суп. Абсолютно здоровая и аппетитная пища. Ну а после обеда они пойдут спать. 特别喜欢这幼儿园的饭，喜欢这里的老师、小朋友，以及喜欢这里的生活。他现在感觉更爱看书、学习、画画。 Мика, если ваши дети здесь окажутся, у них появится много китайских друзей. Они познакомятся с китайской культурой, и что самое главное, они смогут говорить по-китайски без акцента. Китайский детский сад – это дошкольное образовательное учреждение. Там учатся дети от 3 до 6 лет. Образование дошколят затрагивает 5 основных областей – язык, науку, общество, искусство и здоровье. Занятия проводятся в форме игры. Воспитатели учитывают характер каждого ребенка и стимулируют развитие его индивидуальных способностей. В младшей группе обычно по 25 детей, в средней – 30, в старшей – 35. В каждой работает 4 педагога, двое отвечают за воспитательную часть, двое других следят за питанием, гигиеной и сном. Детсадовцы кушают 3 раза в день. Плюс 2 полдника. Оплата за садик примерно 100-150 долларов в месяц и еще около $50 на питание.
Цель дошкольного образования – укрепить физическое здоровье детей, научить их самостоятельности, самоуверенности, умению ухаживать за собой, также развить индивидуальные способности, развить их веселый и жизнерадостный характер, также научить защищать себя. В наш садик раньше приводили иностранных детей, например, из Франции, США, Англии, Мексики, Японии и других стран. Мы приветствуем всех иностранных детишек в наших китайских детских садах. Мы будем им только рады. Как выглядит начальное образование в Китае? В каждой китайской школе перед началом занятий обязательно утренняя зарядка. Это помимо физической культуры. Мне кажется, это отличная практика. Ведь все мы знаем, что в здоровом теле здоровый дух. 喜欢看那个书，教那个世界未解之谜，那边挺好玩的。最喜欢的是数学，我最喜欢体育。Здесь урок математики. Вот что меня всегда удивляло, так это способность китайцев складывать, вычитать, умножать и делить вот такое количество цифр и без калькулятора. Кстати, здесь такие таланты развивают. Давайте посмотрим другие занятия. Китайская школа для детей от 6 до 18 лет. Она включает в себя начальную школу, среднюю, школу первой ступени и среднюю школу второй ступени. Срок обучения 12 лет. Красиво? Куда? Да ладно, красиво! Это цыпленок. Ну, может быть, не так аккуратно, как хотелось бы, но я зато очень старалась. Это тянши, традиционное китайское искусство вырезания из бумаги. Оно требует кропотливого труда, внимания, усидчивости. И если ваш ребенок слишком активный, то вот такое занятие его умиротворит. Цель нашей начальной школы – воспитать в детях целеустремленность, добросовестность, умение сотрудничать и работать в команде, благосклонное отношение к себе. Но как притворить в жизнь государственную образовательную политику и нашу воспитательную задачу? Наша школа дает возможность получать знания. У нас дети занимаются по трехуровневой программе. Во-первых, это государственные дисциплины. Во-вторых, региональные. Эти дисциплины закладывают общую базу. Ну а чтобы развить индивидуальные особенности каждого ребенка, каждая школа предлагает собственную программу. Например, в нашей школе обучают 18 дисциплинам в 6 категориях. Это вырезание из бумаги, каллиграфия, живопись, физическая культура, игра с катушкой кунг-фу, ну и многое другое. Эти предметы не только часть увлечения ребенка, но и они раскрывают его индивидуальные наклонности. Благодаря этим занятиям дети развиваются всесторонне. Китайская начальная школа – это ребята от 6 до 13 лет. Они уже осваивают родной язык китайский, математику, английский, компьютерные науки, физкультуру. Их жизнь весела и интересна не только на уроках, но и на внеклассных занятиях. Ну, как, впрочем, в любой школе. А как выглядит среднее образование в Китае? А это еще одна пекинская школа, не менее знаменитая. Кстати, она меня тоже впечатлила. Это, наверное, университет какой-то, а не школа. Там стадион, где ребятишки играют в футбол, вполне профессионально, чудесная архитектура зданий. А учебная зона разделена тематически на факультеты. Мы просто обязаны познакомиться с этой школой. Я зашла в этот класс по звуку прекрасной скрипки. Мне очень нравится, как играет эта девушка. Нихао, ни шанти, ни ди. О, сенцай ши чу сан. Ни сихуан сюси на си кэ чэн. О, цэ сихуан дэ ши ишу шэн сю. Рахо, о шэн дэ ши лю син ин юэ джи шу чэн зо. Джи ши ба зи зи нэй син сихуан дэ ин юэ пу чэн чу. 然后写出来一首属于自己的音乐。我喜欢做一些有关社团的活动。我上初三，我最喜欢体育，因为本来我也是体育比较好的那个。В
Китае многие средние школы активно сотрудничают с зарубежом. На территории школ можно увидеть иностранных учеников и даже иностранных преподавателей. Очень тяжело. Особенно математика не так уж тяжело. Английский легче после этого, после интернационала, после с нашими, когда учился. А китайский прям очень сложно. Каждый день время есть, сажусь, занимаюсь, учусь. Учу новые слова, стихи, там, китайские домашние задания больше делаю. I teach high school mathematics, A-level math. I've been working for BNDS now for 2 years. Do you like here? Yes, it's a wonderful school. We have excellent facilities, and most importantly, the children are wonderful. They really want to learn, which makes my job easier. А это школьная стена почета. Вот на таких плакатах лучшие из лучших устраивают самопрезентацию. Рассказывают о себе, о своих достижениях, о своих друзьях, увлечениях. Кто-то любит спорт, кто-то искусство, кто-то любит путешествовать. О, а это афиша. Хуанское китайское произведение. Оказывается, в школе есть собственный театр, и ребята приглашают на свою постановку. Китайское среднее образование делится на первую и вторую ступень. Ученики средних классов изучают китайский язык, литературу, математику, английский язык, физику, химию. Также факультативные дисциплины по интересам. Они пробуют себя в разных областях, и лишь зарекомендовав себя как всесторонне развитая личность, они поступят в университет. I've got two children. The older one is in a middle school, and the younger in primary school. And they both in Chinese schools. And when the younger son joined the school, he was doing very good, especially in maths. And I think we think this Chinese education, the primary education, is really very solid, very, very good. Certainly the standard of maths teaching is very high in China. We've seen that. I mean, Dominic is 12 years old, and he comes to me with his math problems, and I'm looking at it and thinking, oh dear, and, you know, something I can't, I mean, either I've just completely forgotten it, or I was never reached that advanced level, but I was studying maths till I was 16. В общем и целом, современное начальное образование в нашей стране имеет огромные масштабы. Согласно статистике 2011 года, в Китае сейчас более 99 миллионов учеников младших классов. Школы первой ступени насчитывается около 52 миллионов человек, а школы второй ступени более 40 миллионов. Общая численность школьников всех трех ступеней составляет 200 миллионов человек. Китай – это развивающаяся страна, но вклад нашего правительства в образование непрерывно растет. С 2010 года повсеместно увеличен вклад в развитие базового образования. К 2012 году мы достигли того, что объем капитального образования стал составлять 4% от ВВП. Есть прогрессы в популяризации образования. В 2010 году мы почти ликвидировали неграмотность среди подростков и молодежи. В основном осуществилось всеобщее обязательное 9-летнее образование. Поэтому на следующем этапе главная цель политики в области начального образования – гарантировать справедливость и повышать качество посредством переводных платежей центрального финансового органа и усилиями властей на уровне регионов и уездов сократить разницу в образовании между регионами, городами, а также школами в пределах одного города. В Китае говорят, что ученик – это росток, а преподаватель – это садовник, который ухаживает за этим растением и подпитывает его. В нашей сегодняшней программе мы видели современную китайскую молодежь. Эти люди полны энергии, творческих идей, мечтаний, надежд, и я уверена, у них все получится. Мика, детский сад, начальная школа, старшая школа. Мы постарались сполна ответить на ваш вопрос. Ну а вами, дорогие телезрители, спрашивайте нас, и мы обязательно ответим. До встречи!